Ассаламу алейкум, қадірменді ұзынали байтса көріммендер мен құрметті төбет жанашырлары. Хамит ағамыздың питомнигіне арнайы келдік. Не алдарыңызда Хамит ағамыз? Ноу, лик туралы түсірілім болады. Хамит аға, ассаламу алейкум өзіңізге. Уалейкум ассалам, ассаламу алейкум, құрметті төбетшілер. Приветствую всех любителей тестовых испытаний, любителей в общем алкадавах. Меня зовут Хамит Албаков, я из города Павлодара. Питомник Лик. Это мой питомец, Лик, трехкратный чемпион Северо-Востока Казахстана, чемпион Единого Казахстана, чемпион Суперкубка Азии. На данный момент ему сейчас полных 6 лет, 13 ноября ему исполняется 7 лет. На сегодняшний день это один из лучших легковесов. В Казахстане? В Казахстане, в Азии и в СНГ мы считаем так. Угу. Нет ни одного поражения. Поражение было, но он его закрыл, угу. Взяв реванш два раза у Хазара. Ага. Поражение было от Карахана. Ага. По линии кто? Идет по линии Арта. По линии Арта, двукратного чемпиона Кавказа, чемпиона ЮКО. А по низу Лик у нас чемпион, внук чемпиона Казахстана Юника. Ага. Такого известного заводчика, как Аслан с Усть-Каменогорска, наш брат, вот у него был очень сильный кобель, Юник. Ну, он, в принципе, взял и типаж, и ведение боя, все от Юника. Взял по низам. Вот однопометники где находятся? Однопометник один был в Павлодаре, ну, были однопометники, но результата не показали, так как владельцы не были, именно не занимались тестовыми испытаниями. На данный момент у него уже его дети показывают хорошие бои на рингах. Много молодежи. Куда их волоса в этом году увидим. Клыки все целые, все на месте до одного. Клыки, как у молодого кобеля. Да, видно, видно. Красавчик Лик. Славя, дочери есть у вас? Да, да, да. Вот эта дочь Лика, Чила, ей 1.5 года. Uh-huh. Она от дочери Юника. Uh-huh. Лик ее отец. Uh-huh. От дочери Юника. Uh-huh. Вот такая вот. Очень хорошими рабочими. Рожала качествами. Один раз? Нет, еще ни разу. Вот будем вязать. С кем? Иншаллах. Ну... Посмотрим, есть такие очень хорошие перспективные бойцы. Угу. Пока вот. Выбираем. Есть кандидаты? Можете их озвучить? Без. Трехкратный чемпион севера Казахстана. Угу. Очень хороший такой доминантный кобель, угу. Дающий бойцов. Вот Басар стал, его сын, чемпионом Казахстана, угу. До 72 килограмма. Угу. Так и вот капец, похож на как отца, 100%. Да, она его была. Однопометники есть? У нее есть два однопометника, ага. У моего друга стоят, ага. У Мара, ага. У Мара Сергея. Они тоже дерется? Да, они уже, да, я говорю, в этом году, иншаллах, мы увидим их на ринге, им 1.5 года. В этом году, они, думаю, Сергей заведет их вдруг на молодежь. Сергей Якибастус? Да, да, Сергей, ага. Якибас. Хозяин чемпиона мира Алмоза, да? Алмоза, чемпиона Евразии, ага. Чемпиона, очень много чемпионов, он известный заводчик. Что за красавчик, братан? Это сын Лика. Прямой? Прямой сын Лика. Ага. По низу кто? Вот дочь Душмана. А вот с мамой, да, они? Да, они с мамой, вот ему сейчас 3 месяца, 4-й месяц. Ага. Было в помете 6 кобелей, 1 сука, ни один не выжил. Ага. Вот каким-то чудом вот этот выжил. Uh-huh. Думали даже, что он тоже умрет, но он выжил. Uh-huh. Тоже очень хороший представитель. Костяк, uh-huh. Хороший будет у него. Но я думаю, он будет тяжелее Лика. Uh-huh. Вот так поставим. А мама линия кто? Поверху, по низу? А мама, она является прямой дочерью Душмана. Душман, он хозяин его был Армен Симонян. Uh-huh. Чемпион Армении, потом он его вроде или продали его на Балканы. На Балканах он тоже стал чемпионом. Uh-huh. Душман. Это его прямая дочь.
По низу? По низу она идет имбридная на генерала ЧБ. Вот шах ему 2,5 года, он привезен с Кавказа. Прямой внук Чергаза. Прямой внук. Поверху. Поверху прямой внук Чергаза он, а сын однопометного брата Спарта, пирата Железного. Пирата Железного. По низу он идет его, от дочери Гарика, чемпиона Кавказа в супертяжелом весе. Гарик, да? Да, вот клыки посмотрите. Как вы его звали? Башлам. Башлам? Башлам. Башлам. Да. Это что это? Что обозначает? Это гора на Кавказе. А-а-а. Так как он кавказский волкодав. Ну, думаю, будет хороший сын своего отца, тем более хорошие крови в нем сидят. Генерал Живей сидит. В его матери, его мать прямая дочь Душмана, а по низу она, ее мать, имбридная на генерала ЧБ, имбридированная. И вот ее повязали с ликом, и вот один щенок. Дубль хотите его еще раз? Дубль обязательно, эту суку я, вот друг мне Сергей подарил, Мар, вот именно для лика, будем вязать только ликом. Очень хорошие рабочие качества у него. Очень хорошо дерется. Молодая, полтора. Дерющая, сука, да? А? Дерющая? Да, бьющая, очень хорошо дерется. Салам алейкум, хурметте агайндар. Меним атым Серик Кульбаев, Павлодар, Кереко. Өзім организатор тестовых испытаний Павлодарской области, а также по Казахстану, судья международной категории. Судил Кавказ, Украину, Россию, Казахстан. Ну, в частности, хочу рассказать про Лика. Лик – это наша гордость, легенда Казахстана, легенда СНГ, владелец Албаков Хамид. Лика знаю щенячьего возраста. Очень умная, красивая собака. Даже не могу ее называть собакой, потому что Лик мне очень нравится, я его люблю. Был на всех его боях, судил 2 боя с Хазаром. Показал он достойный бой, красивый бой. Лик вообще умная собака. Лик не просто дерется, он дерется очень умно, дерется, красиво дерется. Дерется, отдохнет, развернется, отвернется, отдохнет и опять начинает бой. Или собака провоцируется и начинает лаять. То есть каждый собачник бы мечтал иметь такую собаку. Я тоже. У меня растет Лика сын, ему уже 2 года. Я надеюсь, что он будет такой же гордостью, как и Лик. Сними. Вот самый лучший вариант. Лик сыном. Ага. У меня алдарым за Лик. 3-кратный чемпион. Лучший собак в Казахстане. Вот Лик. Лик алдарым за. Красавчик. Ай, красавчик. Лик. Ага. Но. Ай, ему сейчас, а? Там прямой за. А спорде на скан. Ага, да, смотри на сон. Там прямой хазан. Лик там прямой баланс. Прямой баланс, а?
Айрбай, шаха сажу, шаха на ночь туда сажу. Значит, тема четкая. Слушай, сарай новый поставил тебе или был это? Новый. Прямой вал. Немец, отдыхай, люди, тебе немцы. Приезжай, братан, каждый день. Меня зовут Серик Каирбаевич Кульбаев. Я организатор тестовых испытаний по Казахстану, а также судья международной категории по тестовым испытаниям. ЛИК – это гордость Казахстана, гордость Павлодарской области и вообще гордость всего СНГ. ЛИКа я знаю, как он родился, щенячьего возраста, разведение Албакова Хамита. Был на всех его боях, сам судил его бои, где он показывал достойные, красивые бои. Но мы гордимся ЛИКом. ЛИК один из лучших производителей. Сейчас его дети растут везде по Казахстану. У меня лично его сын растет, 2 года ему, 2 года. Надеюсь, он будет такой же, как и отец. Он сколько боев в официальном карьере проводил? Ой, за 5 лет даже я не очень много. Даже не считали, трехкратный чемпион. В каждом туре по 5-6 боев. Это 15-20 боев только в чемпионате Казахстана он провел. Угу. Все выиграл. Сейчас его провели на пенсию. Вообще, самый достойный, сильный бой был с таким кобелем, как Хазар. Хазар сильный кобель, вот, сильнейший кобель тоже. Вот. Он 2 боя проводил с ним, 2 раза, и 2 раза выиграл. По 5 раундов. Всего 1 замечание Хазар получил, 2 раза. Вот, Хазар очень сильный кобель. Очень сильный кобель, достойный кобель. Один из сильнейших кобелей Казахстана тоже. И... он является чемпионом Казахстана, Хазар. Севера Казахстана. Казахстана? Нет, единого Казахстана. Хазар. Он стал чемпионом единого Казахстана. Да. Он двукратный чемпион? Нет, один раз стал чемпионом Казахстана. Он был чемпионом Севера и сейчас стал чемпионом Казахстана. Двукратный, да? Да. Он, получается, победил двукратный чемпион Хазара. Да. Потом всемирный чемпион Уахчок. Да. Потом Шерхана. Шерхан, чемпион Казахстана по молодежь. Да. Потом, ага, потом? Бой Сары Сатарау, Питомник Жары. Тоже чемпион. Но он был чемпион Запада. Ага. Мы встречались на полуфинале Казахстана. Да. Ага. Потом? Потом Шокпара выигрывал. Семский Шокпар? Нет, Экибасский. Ага. Чемпион. Он тоже чемпион. Ага. Потом? Сейчас не вспомнишь. Очень много боев было. Ну, таких известных, вот таких как Хазар, Макчок, Шерхан, Бойсары. Шокпар. Ага. В дальнейшем вам желаю всего блага, всего хорошо. Респект. Рахмет. Вот этот кубок и медаль мы выиграли. ЛИК выиграл за Суперкубок Азии. Суперкубок Азии это был. Это, если я не ошибаюсь, Восточный регион мы выиграли, взяли 1-е место. Это у нас был тоже, я не помню, вот это не помню, какой год даже. А 18-19 тоже 1-е место мы заняли. Вот этот Кубок Азии, вот это, по-моему, за звание... А, это когда мы
выезжали на коммерческий бой с Вакаджоком. Вот этот кубок, по-моему, восточный регион. Тут еще одного кубка не хватает и медали. Вон там грамоты есть. Тот, по-моему, та за восточный регион тоже была выиграна грамота эта. Потом здесь много благодарственных писем. И потом вот этот вот нам друг подарил, Сергей. Здесь еще собачка, она вон там в сторонке лежит. Это лучший тренер года Албаков Ислам. Это сын мой, который выводит и пускает лика. Это вот наши братья Павлодарские подарили мне вот эту грамоту. Лик легенда Азии. И вот эту вот картину. Очень красивая картина, за что я им безмерно благодарен. Картины, конечно, не было, но это вообще был очень шикарный подарок. Ага. И вот там благодарственные письма есть и так далее. Ну и команда Павлодара там внизу. Вот наша команда Павлодара. Ага. Вот, пожалуйста, это тоже. Отмечали лика победу. Вот такие примерно грамоты и медали. Да, 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 да